Как вернуть покупку без чека и получить компенсацию за испорченные продукты? Студентам Казанского вуза рассказали преподаватели школы правовых знаний. Она работает при уполномоченном по правам человека. В ближайшие дни проинструктируют призывников, как действовать, если возникнет неуставная ситуация. На очереди встреча с представителями судебной системы и госучреждений по вопросам соблюдения трудового законодательства.